Три смены по 21 день. Именно такой план на три жарких месяца у программы «Лето во дворах». Спорт, культура и образование детей объединяют проект. Направлен он в первую очередь на ребят, которые не смогли попасть в летние оздоровительные лагеря и остались дома. А чтобы детвора не заскучала, к ним в гости приходят люди интересных профессий, которые рассказывают о своей работе. Вот и во двор дома номер 44 по улице Пушкарева заглянула 8-я пожарная часть МЧС Ульяновска. Телефону, если у вас сотовый, звоните 112. А пригласил пожарных для ребят старший по дому Сергей Горшков. Честно делится, что для него важно, чтобы дети не только отдыхали, но и узнавали для себя что-то новое из мира, который их окружает. Спасатели Сергея поддержали и пришли, а вернее приехали не с пустыми руками. Решили устроить для детей настоящую экскурсию по снаряженной машине пожарной части, готовой к боевому выезду. А можно сюда? Одевай? Да! Одевай, давай, шапку. Но на обзорной экскурсии пожарные останавливаться не решили и организовали импровизированное пожаротушение возгорания на детской площадке. Не отказали огнеборцы ребятам и в пожелании попробовать самим справиться с пожаром с помощью пожарного рукава. Вы тоже хотите попробовать? Первая смена «Лето во дворах» продлится до 24 июня. Во вторую смену «Дворы», где будет проходить развлекательная программа для детей, сменятся. А в следующий раз во все дворы к ребятам приедут сотрудники госавтоинспекции. Константин Никитин, Александр Кудряшов. Ул. Правда. ТВ.